ценным подарком в Советском Союзе считалась не только книга, но и стол-книга. Однако так мебельного трансформера прозвали в народе. На ценниках он значился как тумба. Практически ни одну советскую квартиру нельзя было представить без этого элемента, который из той самой тумбы одним движением двух рук превращался в стол. Изобретение было весьма удачным для страны Советов, ведь в условиях знаменитых хрущевок, брежневок и коммуналок такой предмет был буквально незаменим в быту, как говорится, и в пир, и в мир. Что касается пира, распахивал свои крылья такой стол лишь пару раз в году. В сложном виде он послушно экономил пространство, придвинутый к стене, служил консолью. На первый взгляд нам может показаться, что создание такого удобного стола для малогабаритных квартир – гениальное изобретение советских времен. Но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Первые подобные предметы домашней мебели появились еще в 17-18 веках. В Великобритании ведь слишком громоздкие предметы мешали даже аристократам в эпоху королей и императоров. Например, стол-гармошка или кончертина в сложном виде использовался в качестве чайного или карточного столика. А вот в 19 веке по принципу книжек в Европе стали делать столики для покера. На вечеринках их выставляли только для игры, а потом убирали, чтобы освободить место для танцев. Но, тем не менее, именно советская эпоха сделала такой стол-книгу общедоступным и вписала в свою историю как символ выдумки и практичности советского гражданина.